Президент Украины в среду прибыл в Вильнюс, с которого началось его турне по странам Балтии. С президентом Литвы Гитанасом Науседой Владимир Зеленский обсудил вопросы дальнейшей поддержки Киева в войне с Россией, а также интеграции в НАТО и Евросоюз. Украинский президент снова заявил, что Владимир Путин не успокоится, пока не разрушит Украину, а Литва, Латвия, Эстония и Молдавия могут стать следующими, если Украина не выдержит. Нам усім не пощастило мати такого сусіда, неадекватного нам з Литвою, який приносить нещастя та поневолення. Але ми більше ніколи не станемо заручниками географії і не дозволимо Росії зруйнувати ані нашу, ані вашу державність. Бо ми разом і об'єднуємо інших, щоб мати достатньо спільну силу. В четверг Зеленский посетит Эстонию и Латвию. Наряду с перспективами вступления в ЕС он обсудит с лидерами этих стран налаживание партнерских отношений в области производства беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. В связи с недавними атаками российских ракет и беспилотников на Украину, Киев запросил встречу Совета НАТО-Украина. Ее главная тема – усиление противовоздушной обороны украинской армии.